Открывается страница, что нас ждет на этот раз. В гости сказка постучится. Или, может быть, рассказ. Зазвучит и заиграет. Затаится, засверкает. Загрустит и улыбнется. А затем, затем, затем добрым словом отзовется. Всем, всем, всем. Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки. Скажите, вы слышали когда-нибудь выражение «остаться на бабах», то есть «остаться ни с чем»? Я вспомнил это выражение благодаря одной сказке. Она так и называется «Сказка о бабах». Написал ее Дмитрий Дмитриев. И эту сказку мне очень хочется вам прочитать. Слушайте. У одного человека было две дочери. Да такие умницы, такие красавицы. Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Кто на свете всех милее? Всех румяней и белее. А им зеркальце в ответ. Вы, сестрицы, спору нет. И жил в тех краях князь. Человек благочестивый и мудрый. А у него был сын. И вот однажды... Смотри, старый князь и молодой пожаловали. Отец с ними разговаривает о чем-то. Отец в дом заторопился. Молодой-то князь красавец какой. А скромный какой. Ну, дочки, приоденьтесь, на стол накрывайте, гостей принимать будем. Князь сына сватать приехал. А за кого, папенька? А за кого? А за ту из вас, кто молодому князю больше приглянется. Ой. Ладно, чего, ой. На стол накрывайте. Сказано, сделано. Сестры и стол по-праздничному накрыли и сами принарядились. А вечером зашел отец к дочерям. Обе вы по сердцу молодому князю. Не знает, какую выбрать. Да старик ему посоветовал. Задание вам дать, которое выполнит, за ту и свататься будет. Ой, а какое задание-то? Вот оно, ваше задание. Каждый по мешку с бобами. С каждым бобовым зернышком поздороваться и потом обратно их в мешок сложить. Здороваться с бобами? Как сказали, так и передал. А вы уж сами решайте. А я почивать пойду. Спокойной ночи, папенька. Здравствуй, зернышко. И ты здравствуй, зернышко. Вот глупости. Да и как они узнают, здоровались мы с каждым бобовым зернышком или нет? Не бобы же им расскажут. Нет, Дуняшенька, ты как хочешь, а я лучше спать пойду. Здравствуй, зернышко. И ты тоже здравствуй. И ты тоже здравствуй, мое маленькое. Здравствуй, зернышко. И тебе тоже здравствуй. Здравствуй, зернышко. Здравствуй, мое маленькое. Здравствуй. На утро только глянул старый князь на мешки с бобами, так сразу и стал за Дуняшу сына сватать. Выбрал молодой князь Дуняшу. Говорит, послушание краше любой красоты и дороже любой драгоценности. А как он догадался-то? А бобы ему подсказали. Бобы? А как же? Посмотри, рядом с Дуняшиным мешком и шелуха осталась, и зерна какие попорченные, обратно их мешок ты не положишь. А рядом с твоим мешком, Маша, ничего нет. Осталась ты на бобах. Но Маша горевала недолго, поскольку сестру свою она очень любила и была за нее рада. Да и сама она впредь стала умнее, оттого и послушнее. И вскоре нашелся и для нее добрый жених. Вот так, дорогие друзья,
рассудил старый князь. И был прав, потому что послушание – важнейшее из добродетелей. А непослушание всегда ведет к греху и к бедам, от которых, упаси вас Господь,